А сколько он? Недели? Вот максимум неделю, наверное, да? Да не, это вообще мелкотня, тоже дня 4. Ну, на улицу нельзя выпускать, холодно. Чего? Это, вот его нельзя выпускать. Он потеряет. Не, а как? Он они прыгает. Же, не, они же как? В лесу, наверное, за мамкой ходят. За мамкой ходят. Холодно, тепло, они же ходят. Сегодня вот так на колени встал. Времени, времени 7 час, времени, Александр Борисович. Я вот так с рожком управляю сбоку. Вот так. Ты понимаешь, в какой-то момент вам я, наверное, сплю. Вот лишь бы горло не передавить тогда. Он не ест у вас. Сидит. Зато проглатывает, ничего не вытекает. Все, что вот выпилось, то выпил 100%. Ничего не вытекает. Нет, у нас специальная доска. Выпилось совсем чуть-чуть. Скажи, больше устанешь, чем выпьешь. Из-за поросенка посмотрите, да, я пойду лошадей загоню. Угу. И кулачка выгоню. Ага, с поросенком посмотрим, ага. Хрюшка. Пошли, пошли, мама, пошли гулять. Гулять, я сказал. Никому не больно, всем все хорошо. Пойдем. Пошли. Хрюшка-то пытается что-то поесть. Хрюшка-то пытается поесть. Хорошо, что-то пытается поесть. Гони, правильно. Гони домой. Все, этот уснул. Ему надо что-то поесть. Он поел нормально или нет? Да ничего не поел, чуть-чуть. И вот этот хрюм тоже. Но зато все, что это самое, все выпито. Ничего не продато. Значит, какого? Вася, да?